что, поставил батарею одну. Я уже процесс заводки не снимал. Одну купил, поставил, и заряжать не пришлось. С одной батареей, можно сказать. Эти, может, немножко заряжены тоже. Тот раз, когда я катался последний раз, с одной батареей завелся. Сколько тут? 2 месяца, наверное, стоял. Не знаю, последний раз, когда я на нем ехал, катался. Завелся, и ни дымка, ничего. Чуть-чуть дымок вышел, и все. Отлично. Сейчас мы колесо накачаем, спустило. Вообще, по сравнению с Коронадо, так мягко работает. Коронадо заведешь, он грук-грук-брук-брук-брук-брук, такой звук у него. Этот помягче немножко. Сейчас воздух набирается. Батарея показывает 14. Заряд идет. Пока что чек-инжин горит. Наверное, воды мало. Что-то чек-инжин горит. Надо набрать, посмотреть, открыть. Что шатдаун двигатель. Да, сейчас посмотрим. Но давление нормально, 50. Может быть, вода кончилась. Посмотрим. Интересно, что там может быть? Вода ниже уровня. Антифриз надо подлить. Ай. Вижу нос сенсор. А, вот он. Вот он, сенсор. Сенсор не достает, воды мало. Надо залить воду. Дела, друзья, вот забор сделали в Эстричланде, вот это вот камешки насыпали. О, сплюнул, это то, что мне нравится. Она у меня не сплевывала зимой, она плохо работает, мороз, ее надо менять. Сейчас я буду качать колесо, и где-то надо антифриз, где-то надо найти. У меня, наверное, его нету. Нету здесь ничего, нету. Воды просто добавить хотя бы. Может быть, уже и потухло, но, наверное, вряд ли. Еще горят. Ну, такие вот дела. Так что хорошо, и заряжать не пришлось зарядкой. Окей. Поставим пермит. Временно, да, поедем. Что, друзья, вот мы едем. Эй, диданчик, диданчик. Hello, everybody. Все свое родное.
температура 41, давление нормально, все отлично, все нормально, едем, все хорошо. Вот, да, стекла треснули, столько лет стоять. 46 миль за 3 года, наверное, с половиной. Вот так вот еду по нашей, как говорится, по нашему колхозу. Так вот, переключаемся. Здесь десяточка, Meritor, это круиз контрол, все дела тут нормально, мне очень нравится. Такое сцепление мягкое, ой-ой. Коронадо в том, надо сцепление или менять, или отрегулировать. Прошу, отрегулируйте хотя бы. То будет нормально. Ну, окей. Придет ему в свое время, значит. Вот. Такие дела. Так что. Там дальше, прямо если ехать, там река. На рыбалочку. Чуть-чуть свободнее будем, на рыбалку будем ходить. Сейчас немножко заняты, вот так вот зеркальце. Вот так вот. Фрейзер. Ну-ка, поймать надо скорость. Да, тут надо будет приловчиться. Сейчас без трейлера он этот. И десятка, коробка чуть по-другому у нее. Сейчас он немножко горчит, но это нормально. Пом-пом. Ну вот. Вон он наш домик. С этими елочками, вон он. Рапорте наш тут милиционер живет, ну, полицай, так сказать. О, гарбич надо бы забрать. Вот. Ну все, Тидан. Переадресовали тебя. Сколько ты еще здесь простоишь, интересно мне. Вот. Долго ли ты будешь тут стоять? Тоже вопрос. Вот так вот. Теперь это твой новый дом. Есть моменты, которые надо сделать немножко. Вот эту надо сделать. Она как бы иногда бывает. Ух ты ж, надо выбрать дорогу. Она бывает, короче, как будто бы не хочет спустить. Ну, поднять на повышенную и на пониженную. Вот. Это надо поменять. Два стекла надо поменять. Вот лобовых. Потом, ну, основное такое, вот эти брызгалки, я знаю, что там у меня пластик сломался, тройничок обломался. Вот, он, дети уже включают. Тройничок надо поменять, эйр-драйер поменяем, вот, его желательно поменять. Вот так, кое-что надо будет поменять. Ну чё? Вставай! Залазь на ступеньку. Как дела? Хорошо. Нормально? Вот мы его и пригнали, сынок. А где Матфей? Дома. Он где? Дома где-то? Вон там, на колясках. А, окей. Вот так вот. Матфей там, да? Надо его тоже сюда. Ну, вот такие дела, друзья. Все. Пока он будет здесь стоять, а потом когда-то больше
расскажу еще что-нибудь про него. Подкосим травочку. Здесь уже все подкосили. Это парковка для трака. Вот здесь для большого будет с трейлером. Потом уберем эту кучу. Все нормально, все хорошо работает. Всем всех благ, жизнь в движении. Вот смотрите, жигулевская лампочка. Помните, в жигулях был свет? О, здесь вот включается, это Вася сделал. Мой драйвер бывший. Че, все, батарея садится. Все, ничего здесь, все стряханулось по дороге. Нет, даже еще не все. Вот, тормоза подогрелись немножко. Колесики хорошие тут. Так, все работает. Колесики здесь нормальные. Отлично. Вот, доехал. Работает, смотрите, как хорошо. Прям шелестит. Паркуем его, короче, в назначенное место. Я думаю, его вот здесь вот. Вот здесь его место, вот. Вот здесь он будет пока стоять. На новом месте. А, красавчик. О, вообще отлично. Все, потом его будем потихоньку фиксать, делать. Надо будет. За хорошую цену продадим, договоренную, или же не продадим. Все. Fifth wheel надо будет накрыть чем-то, чтобы совсем не поржаветь. Кинуть сюда плайвуд какой-то. Вот, колесики тоже кинуть. Я их раньше накрывал, то их можно будет накрыть. Не испортились. Нормальные колесики. 3 года стоял, что им? Не 10 лет же.